Глава государства назвал нынешнюю ситуацию с паводками самым крупным природным бедствием в нашей стране за последние 80 лет. По его поручению, члены правительства направлены в пострадавшие регионы для стабилизации и координации ситуации. Им поручено разработать эффективный механизм возмещения ущерба, обеспечив семьям, потерявшим кров, всестороннюю поддержку со стороны государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что все спасательные работы находятся под его личным контролем. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует. Мы эту ситуацию исправим. Главное – не допустить человеческих жертв. Обращаясь к гражданам, пострадавших от наводнения, хочу заявить, ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы. Сегодня президент заслушал доклады акимов четырех пострадавших от паводков областей. По их словам, ситуация стабилизирована и находится под контролем. Средств для борьбы с природными явлениями достаточно. Отмечу, сейчас члены республиканского штаба во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым проводят работы с населением в зоне ЧП.